14 ДТП произошли в республике в выходные дни. К сожалению, не обошлось без жертв. 7 человек погибли, 12 получили различные травмы. 30 ноября в Чебоксарах по проспекту Тракторостроителей 23-летний водитель совершил наезд на 53-летнюю женщину, в результате которого она погибла на месте. В этот же день неподалеку от Харкасов в ДТП столкнулись несколько автомобилей. Погиб водитель одной из фур, а другой был госпитализирован. 1 декабря в Канарском районе водитель автомобиля «Шевроле Авео» не справился с управлением и столкнулся с ВАЗ-2112. В результате происшествия оба водителя и пассажир иномарки от полученных травм скончались на месте. Также сегодня в Чебоксарах водитель 14-й на полной скорости въехал в дерево. Водитель и пассажир получили серьезные травмы и доставлены в лечебное учреждение.